В условиях повышенной потребности организма в кислороде легкие способны адаптироваться и снабжать кровь достаточным количеством кислорода. Повреждения дыхательной системы могут привести к развитию дыхательной недостаточности, при которой легкие не могут обеспечить кровь достаточным количеством кислорода. Это состояние сопровождается повышением концентрации углекислого газа в крови, что отрицательно сказывается на всем организме, но прежде всего на коре головного мозга. Let's go.